Старшеклассник потащил школьника. Видимо, сломался. School bus. Сегодня забираю вот такую маленькую интересную машинку под названием Bobcat. Возил раньше такие, но это строительный equipment. Но возил побольше, чем это. Приехал в компанию Bobcat. Они занимаются строительными, продают строительные всякие equipments, машины, экскаваторы, всякие лифты продают. Приехал забирать вот этот Bobcat. Забрал уже, погрузили только что. Не знаю, как они по-русски называются, вот эти штуки. Кто-то знает, как они называются по-русски? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот такие, вот таких ребят приехал забрать. Но я маленького забрал, это побольше чуть. Там экскаватор еще есть, на колесах есть. Но на гусеницах, говорят, лучше, чем на колесах. Я везу один маленький такой, а он загрузился этими бобкетами по полной. Три бобкета и два экскаватора. Вот он, этот грузовик с ценами на дизель и на бензин. Это здесь огромная заправка для дальнобойщиков. И не только для дальнобойщиков, здесь все заправляются. Настоящий грузовик. Контейнер настоящий. Колеса настоящие. Все настоящее у него. Там птички живут, похоже. Баки. Ну там половина. А мотора нету у него. Мотора, трансмиссии у него нету. Ну, колеса есть. Лысые, правда. На заправке остановился сделать себе кофе. Здесь такие сувениры с гильз. Танк с гильз. Сваренные гильзы друг к другу. Вертолетики, самолетики всякие. Оригинально придумано, не видел таких раньше. 16 баксов, капец. Где-то на стрельбище гильз насобирали, там их валом. Собрали, сварили, покрасили и продают. Вот он, ребята, это December. Остановился на эту ростерию взять кофе. И вот он, вот этот красавец. Он стоит свыше 15 миллионов. Я только что поинтересовался на веб-сайте одном. Рублей. Свыше 15 миллионов. Это вообще крутизна. Машинка. Легендарный. Когда-то гангстеры на нем ездили. Чикагские. Я сейчас в Чикаго нахожусь. Смотрится очень шикарно. Очень просто.
идеальном состоянии. Это просто бомба, а не машина. Всем хорошего дня, ребята. Вот такая интересная растерия. Она находится... Ты можешь заехать и с этой стороны, и с этой стороны. И она прям над трассой находится. Как бы висит в воздухе над автобаном, так называемым. Эта дорога ведет в Чикаго. Снял ту машинку старенькую там. Крутую. Сейчас поеду дальше. С латте моим любимым. Вчера снимал, там four-wheeler был, а здесь мотоцикл Yamaha стоит. Тоже заполнять типа можно выиграть. Мне кажется, это все чепуха. Поехал я дальше. Еду в Нью-Йорк. По работе. Ребята, вот он, легендарный город Чикаго, в котором кишит гангстерами. Вот они все гангстеры вот эти едут, делают пробки здесь на работе, на дороге, то есть. Остановился на заправку, вон меня там заправляют, а здесь такой фордик стоит, 650F, дизельный. Их не выпускают на заводе, их делают под заказ, вот такие форды, только под заказ. И вот он перевозит вот таких карапузов разных интересных. Куда-то везет их на какую-то выставку, я думаю. Вообще крутизна. Вот тут мотор есть, колеса двойные, сиденья. Вообще круто. Кто-то везет их. Вот так. Америкосы едут куда-то на выставку, короче. Hi, sir! Подъехал еще один заправляться парень. Вот такие машинки везет. Это Dodge. Sick, right? Yep, man. Nice. Нет, такой Dodge, это Super B, а это Barracuda Dodge. Классный. Невозможно. Он на трейлере, короче. Не могу заснять. Прикольные машинки, короче. Старинные.